соглашение я не веду. Нет, там все очень корректно, никаких вопросов, все хорошо, все нормально. Не переживайте. Да, это ПАТЭЦ. Оказывается, были кое-какие значит, вопросы именно в период моей работы в аппарате президента. То есть там никаких вопросов нету на самом деле. А вы говорили о том, что Айбек-Калиев все время дал показания и как бы сказал, что вот у вас тоже какая-то вина есть. Не-не, это чушь, это полная чушь. Это я опровергаю сразу. Ана, ну что вы лезете на Матраимов, сестра Сотхорган Турбай, ушел бы он тебе комментарий вверх поиску? Мне комментарий вербеля война будет. Қадыржой жақсы болды. Мен жерде күтіп тұрып. Қадыржой сен күтіп. Мен қолды қарап кетейін. Назыр күтіп тұр. Рахмет сізге. Рахмет. Сен кет кетейін жақсы. А почему вы написали пост на Фейсбуке о том, что вас вызвали БКМБ? Ну как, чтобы общественность знала, что вот какие секреты могут быть. И тут секретов не надо держать никаких. А что вы думаете об этом? Что происходит сейчас? Я считаю, что обязательно все должно быть расследовано. Это очень правильно. Все правильно. Должно быть все расследовано. Общественность должна знать все аспекты, нюансы. Кыргызча кошуп кетесиз бе? Эмне айтпадым? Башка күн айтып берейин, шашпай.